Прогулка выходного дня. Солнышко, красота. Вот это не мое. Это мой инструмент. Все свое носишь с собой. Да, обратно под горку. Да не, не, давай я камеру-то уберу сейчас. Кто устал, может посидеть. Мы все в гору. Фу, бляха. Давно так не ходил. Вот она. По лесу. Знаменитая кочь. Фу. Вот это что ли? Да. Давненько никого не было где. О, хорошо. Бревна были. Они, ну, конечно, только. А возьми эту пенку из сумки, сядь на нее. Я-то на пеньке нормально. Фух. А знаменитая копь на горе Медвежка. Это гора Медвежка? Это самые лучшие гранаты палкинских копей отсюда были. Да. Да. По Карнажинскому, по крайней мере. Ну, еще Ивана Редикорцева. Но там вот я сколько не был, там таких хороших, как вот здесь, гранатов, конечно, нет. Фух. Зимой-то, блин, другая история. Забираться. Не то, что подъехало летом и все. А смотри, там прикрытая копь. Я тебе и сказал, что кто-то хотел зимой работать. Ну ладно. Может, работал. Не полезем, конечно. О. Работать приходится по-настоящему. Что там? Квазимода какая-то. Да. Кусок глины. Серьезно, блин. Эпидот. Тут попался. Зараза, все, отвал что ли работать, блин? Ну что, можно и отвал, застыло тогда. А, перениться никак вообще. Не берется. Но эпидот, кальцит попадает. Ну это так, конечно, тюкать не придется.
Сейчас придется камеру выключить. Ну, вот кусманчик вывернул. Хреново, конечно, все видно. Ну вот с этой вот стороны. Вот. Зеленый вот это эпидот. Вот здесь вот кальцитик беленький. Но гранат, возможно, здесь вот под глинкой. Но это надо оттаивать, мыть. Вот, кстати, тоже кристалл эпидота. Вот видишь, глина, руки уже в глине все. Да, глина, тут очень много глины. Зато в глине вот эти вот щетки с гранатами. Ну это вот, конечно, отвал я тут тормошу. Нет, там где ты мажешь, не отвал. Ну вот это вот, может, и не отвал. Вот это камень, это уже кабинет. Я точно знаю, потому что я здесь уже работал не раз. Вот тоже эпидот. Хочется найти гранат. Как-то найдешь, не видно ничего вообще, абсолютно. Один эпидот лезет. Лезет прямо, лезет. Сейчас покумекаем, что-нибудь все равно найдем. А здесь вот нехороший какой-то цвет. Вот этот камень, видите, тоже здесь нет, а там вроде, ничего. Там поинтереснее, наоборот, сейчас стукнем туда. Ну вот это похоже кварц. Это кусок кварца в каком-то скарне. Ну, кстати, вот этот образец вообще неплохой может быть. Так-то по большому счету. Надо мыть его просто, оттаивать и мыть. У меня тут трансфоркатор сработал, я не вижу. Мне кажется, кусок вообще хороший. Добрый будет образец. Да, ну вот кусок кварца. А здесь вот гранат мелкий. А самое главное, из коренника. Из коренника, и вот здесь вот гранат. А здесь непонятно, что будем мыть. Ну ладно, идем дальше. Ну конечно, летом можно одной рукой держать камеру, а другой снимать. Зимой так не получается. Ну это вот видно на моче, что скарн какой-то, эпидот. Ну вот, здесь вот лучше видно. Опа, цвет такой зеленоватый. Эпидотовый. Здесь сюда неинтересно биться. А вот здесь вот более-менее. Красота. Красота в лесу.
Сейчас бы в горячую воду, да посмотреть, что там. Попробуем тут вот камешек вытащить. Где-то дядя молотит. И тут кристаллики граната, ну это кварц с эпидотом. Вот здесь вот глину снять, кристаллики просвечивают эпидота. Может что-то и есть. Тащить с собой надо в теплое место. Другую руку. Все тоже вижу с ним. Снег блестит, лед. Да сам слепой, ничего не видно. Одной рукой. Первый раз на этой копии, поэтому образцы-то не знаю, какие должны быть, в принципе. То, что видно, это видно. Кальцитый эпидот. Наверное, он что-то
ни в какую не смотрится. Вот кальцитик. Вот здесь какие-то животки. Малюхотная. Возможно, что-то есть там. Этот возьмем дома проверить. Там что такое? Сейчас выколотаем, посмотрим. Бедок, наверное, тоже. Большой вроде. Сейчас выключусь. О, думал, эпидот. Это похоже кварц вниз. Ну, кварчик с этой стороны. Идти обратно под горку, да еще по своим следам, гораздо легче. Ну ладно, новую точку хоть Александр показал. Я первый раз тут был. Несколько булдыканов каких-то тащу. В комке глины будет что-то там или не будет. Ученые доказывают обратное. Осторожно. Солнце клонится, но уже оно довольно ласковое, теплое. На открытом месте вообще кайф. До нашего времени осталось ждать немного. Вообще снега нынче мало. Не как обычно. Опа-на! Опа-на! Вот и хорошо. Сейчас дорожка пойдет под горку. На сим кончаю.